Американские политики стали внимательнее относиться к аргументам, которые предлагает Москва для урегулирования ситуации в Сирии. Такое заявление сегодня сделал министр иностранных дел России. В частности, после беседы со своим американским коллегой Сергей Лавров отметил, в Вашингтоне начали воспринимать доводы, которые, цитирую, Россия использует в работе уже несколько лет. Справедливость слов главы российской дипломатии подтверждает и местная пресса. Сегодня в американских газетах вопрос о сотрудничестве наших стран в борьбе с боевиками Исламского государства вызвал серьезное обсуждение. И вот одно из высказываний со страниц «Нью-Йорк Таймс». Мир в Сирии без России просто невозможен. Ни американская, ни чья-либо другая инициатива не будет иметь успеха, если она не учитывает русского медведя. Путин прекрасно понимает, что джихадисты Исламского государства могут быть связаны с проблемными регионами Кавказа. Исламское государство тренирует тех, кто хочет напасть и на Россию. Президент Обама опасается слишком тесного сотрудничества Москвы и Дамаска. Однако он согласился на военные переговоры и даже отправил Джона Керри обеспечивать их дипломатическую основу.